Так. Здорово, ребят, вы на канале Астел, и я вас прошу присесть поудобнее, заварить себе чайоку, кофеёку, в общем, что хотите. Мы с вами отлучимся ненадолго от моего классического типа видеороликов и посмотрим нечто необычное, очень классное, превосходную пару от легендарных трех полосок немецкого бренда, да-да-да. И фанфары, фейерверки, петарды взрываются. Поздравить можете меня, наконец-то. Вот вы знаете, у меня на канале 350 где-то видеороликов про обзоры кроссовок и 349 это обзоры на кроссовки от бренда Adidas, да? И он нас наконец-то заметил, прислал нам подарочек, вот он, пжум, влетает. Ладно, я рофлю, на самом деле это мне подарили мои любимые друзья. Но, чтобы Адик нас все-таки заметил, я вам что хочу сказать. Давайте снова им заспамим Инстаграм. Вот здесь вот влетает пост. Пишите как можно больше комментариев. Главное, чтобы там был хэштег и там был Астел. И дальше там на русском, на английском. В общем, повторные условия там все отпишу в комментариях, чтобы вы понимали. Конкурс на 500 рублей. Кто больше всего напишет, тот и заберет лут. Ну, в принципе, по условиям все будет понятно в описании, либо еще в Инстаграме я это продублирую. Давайте не затягивать, а приступим к обзору кроссовочек. Adidas вместе в коллаборации с Лего. Боже, прям, знаете, камбэк назад в детство мое, потому что в детстве я очень любил собирать конструктор Лего. К, не знаю, к счастью или к сожалению, у меня его было не так много, потому что бюджет у моей семьи был не самый лучший на то время, и подарки такие вот, типа Лего, я получал на Новый год, либо, не знаю, на день рождения и прочее. И вот тут возвращаюсь, получается, на несколько лет назад, лет на 15 назад, где я в детстве сидел, собирал. Я еще, кстати, вот этот конструктор Лего разбирал потом всякие, знаете, машинки, и потом уже из такой нормальной массы других деталей собирал другие машинки, и прям это было очень круто. Еще моя сестра старшая, я помню, нет, младшая точнее, приходила иногда и ломала все мои машинки, я прям тогда рыдал от горя, потому что мне было очень обидно, но я все заново собирал, и вот сейчас мы с вами соберем конструктор Лего, вот так вот это все называется, Adidas Original Superstar 18+, очень странно, почему 18+, 731 деталь, и здесь какая-то штука 102,82. Установлю скоро штативчик, и будем смотреть это в таймлапсе. Вот так это все у нас встречает, сейчас. У меня от эмоций аж голос пропал. Вот такая вот картиночка у нас вот тут вот встречает. Раньше тут были пломбочки, чтобы все это не рассыпалось. Я их уже надрезал, посмотрел, в общем. Тут у нас Adidas Superstar, то да сё. В общем, прикольный экспонат на полочку, когда я его соберу. Вот здесь вот логотип Адика из конструктора. И не знаю для чего, чисто так дань уважения положили нам газетку типичную. И вот оно. Раз, сейчас, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Деталь какая-то вывалилась, не знаю. О, это что, можно будет брендинг Adidas собрать потом, нет? Ладно, восемь. Adidas Superstar, вот такая вот прикольная штукенция. Книжица. О, сейчас собирать буду, блин, ну это вообще круто. Смотрите. Не, прикольно, есть еще какой-нибудь бонус? Не, ну то, что деталь вывалилась одна, непонятно, это странно как-то. Может, запасная какая-то, но... О, а тут еще и лабиринт какой-то. Или что это? Или это суперстар изнутри показан? Я не понял, что это? Что это? Ладно, кто разбирается, объясните. Ну, может быть, я потом догоню. В общем, все, ставлю штатив и начинаю собирать. Let's go! Ну вот, в принципе, и все, ребят, собрал я наконец-то этот кроссовок, нереально устал, спина болит, как в детстве, я прям помню, часами сидел, собирал другие конструкторы, тут 700 деталей, я, кстати, не помню, сколько у меня было
вот в других всяких моделях, в других там машинках и прочих, но 700 достаточно долго, я собирал часа 2, может быть даже 2,5 с небольшими перерывами, когда отходил, чтобы телефон зарядился, а то все это снимать, сами понимаете, слишком долго, и поэтому зарядка садилась достаточно быстро. Вот так вот выглядит, плюс у нас тут помимо того, что кроссовчик, есть вот такой вот стенд, на который этот сникер встает через эту дыренцию, вот где-то вот здесь вот. Все вот так вот это происходит. И, в общем, на полочку поставить настоящая красота. Мне нравится, рекомендую. В общем, если хотите кому-то из своих друзей подарить вот таким же сникер-дрочером и дрочером по Адидасу, то прям очень классная вещичка. Главное, занимательная. И плюс выглядит не так уж и плохо, как я думал. Просто на картинке мне не очень понравилось. Но вот в жизни, в принципе, неплохо. Ставлю лайк он. Потом, как раз когда ремонтик оформлю, сделаю специальную полочку для этого кроссовчика. Еще там мини-форсы поставлю, чтобы там Adidas с Nike конкурировал. Шнурочки еще есть, кстати, в комплекте. Но из минусов хочу сказать, во-первых, кстати, есть 7-й пакетик. Он нужен для того, чтобы вы собрали не левый кроссовок, а правый. Там на сайте Lego можно тут, короче, зайти. Как я понял, это 7-й UK размер, если кому-то интересно. На мою ножку 44, к сожалению, не налезет. Маловато слишком. В общем, на сайте можно взять и пересобрать кроссовок, и сделать не левый, а правый. Вот так вот. А нет, наоборот, левый можно собрать. Но это специально другая инструкция есть, и тут как раз дополнительные детали. Что меня согрело, это в каждом, блин, сволочском комплекте были лишние детали. Вот их сколько. Я прям, знаете, в некоторые моменты триггерил на первых, там, первых двух пакетиках. Я такой, так, а откуда эти детали? Начал все разбирать обратно, там, типа, проверял все, листал обратно, отлистывал. Такой, нет, все, есть все на месте. А потом понимаю, что это просто лишние детали. Это ужас просто. Стоечка. Вот на такие вот браки, я не знаю. Либо это специально Лего кладет. Я не помню, чтобы в детстве такое было. Но, может быть, просто память это удалила у меня. В архиве где-нибудь лежит. Ну, на этом все. Спасибо огромное, кто досмотрел до конца. А я пойду, коробочку к себе отнесу. И сам кроссовочек тоже.